Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня вам покажу, как сделать весенний, осенний, облепиховый напиток. Очень, кстати, вкусный. Нам понадобится какая-нибудь емкость, которая не боится кипятка, которая не лопнет. У меня вот такой вот кувшинчик. Вот, нам понадобится замороженная облепиха. Можно побольше даже. Если кто-то хочет послабее, где-то поменьше. Кто хочет, чтобы он был более насыщенный, такой явный вкус, можно побольше. Вот. И также нам понадобится замороженная мята здесь, черная смородина. То есть так вот, мелисса. Иногда тоже можно ее добавить. Ее всю туда вываливаем. Наверное, добавлю всю облепиху. Мне кажется, маловато получается. Вот так вот. И выливаем туда горячую воду. Наливаем сначала немножечко. Вот так вот. Пар пошел. Не запотела? Чуть-чуть ждем. Если у кого-то есть такая вот толкушка, то очень хорошо. Немножечко ждем, чтобы они согрелись. И сверху их начинаем проминать. Мять. Вот так вот. Чтобы облепиха дала сок и чтобы у нас напиток был вкуснее. Если очень много добавить облепихи, то можно второй раз воды налить. У меня, по-моему, получилось довольно много. Вот. Также расскажу, почему весенний-осенний. Сейчас у меня весна. В конце весны остается очень много ягод. Вот, в том числе и облепихи, ее уже просто есть не хочется, скоро уже пойдет свежая, и я делаю такие вот напитки. Сыну у меня год и 10, ему очень нравится этот напиток. Вот, почему осенний? Потому что осенью как раз мы собираем урожай, осенью тоже можно делать. Но осенью мы ее, как правило, едим. Вот. Так, и теперь добавляем оставшиеся. Тут прилипло ко мне. Пальем. Оп. И накрываем сверху. Там красиво, кстати, получилось. Накрываем сверху крышечкой и оставляем, чтобы он немножко настоялся, чтобы он постоял немножечко. Кстати, очень красиво смотрится снизу. Как оно там движется. Сейчас я вам покажу. Двигаются. Ребенку, кстати, очень нравится наблюдать. Если, конечно, у вас будет прозрачный кувшин, который выдерживает кипяток, ну или хотя бы горячую воду, будет тоже, будет очень красиво, наверное. Прозрачным, если там все это будет плавать. Вот что у нас получилось. Такой довольно желтенький напиток, непрозрачный. Налила я его без гущи. В принципе, для разнообразия можете с гущи, будет симпатично, наверное, выглядеть все это. Вот он кисленький, очень вкусный, аромат облепихи. Я уже практически его допила, вот это последний стакан у меня и сын попил, ему очень нравится. Вот аромат облепихи, прям такой явный, я добавила довольно много, вы видели. И также мята, мелисса там, видимо, еще была. Листочки черной смородины, ну, которые вот чай завариваете, вот эти все листочки, они вот и кладутся туда же. Ну, естественно, потом эту облепиху выбрасываем, потому что там листочки эти. Ну, в принципе, если вы захотите, можете запеканку отправить или еще там куда-то. Это уже ваши дела. Вот. Очень он такой
ароматный, очень вкусный. Мне очень-очень нравится облепиху. В конце лета девать вообще некуда, причем у нас ее очень много. Вот. И такой вот компотик, напиток. Не компот, конечно, нет, это не компот. Это скорее какой-то напиток получается. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмани. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите мои другие ролики, мои также кулинарные рецепты, где мы печем с вами хлебушек, делаем с вами сливочное масло, делаем с вами халаву, это индийское блюдо. Не халву, а именно халаву. Вот она тоже скоро выйдет. У меня ролики выходят за сутки 2 ролика, бывает даже 3, бывает и 1, но обязательно выходит. Вот. Обязательно ко мне подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Я ценю каждого подписчика. Также пишите комментарии. Также смотрите влоги у меня есть. Как мы с сынком живем. Вот, как мы путешествуем. Моему сыночку 1 год и 10. Тем не менее, мы путешествуем с ним по нашему городу. Выходим гулять. И в прошлом году ему было 1 годик. Мы выходили гулять на 5-6 часов. Я брала с собой еду. И мы просто бродили по городу. Я снимала все на видеокамеру. Вот, в этом году я планирую точно так же. Ему сейчас 1 год и 10. Вот, уже скоро будет 2 годика. Также на колясочке, где-то пешочком. Также путешествовать по нашему городу. И также, конечно же, у нас будут путешествия в другие города. Там уже будет немножечко подальше, уже буквально через месяц. Поэтому оставайтесь вместе с нами, смотрите, ждите. И всем пока-пока!